и другую обычно до добра раков не доводит. Весы. Коротко, это эстет хуёв. 7 пятниц на неделе, а туда же Пикассо, Гогены, Хуены. О, святое искусство, а ведра мусорного за собой вынести не догадался. Не до того. Всю сознательную жизнь мечется в поисках светлого идеала, поэтому времени на то, чтобы научиться готовить или пришивать пуговицы, не находит. Любит принарядиться, при этом заебет всех окружающих, выбирая между вон тем перламутровыми пуговичками и вот этой шелковой отстрочкой. Не дурак сходить налево, при этом может иметь постоянного партнера и объяснять измены тем, что душой он всегда верен единственному или единственной. А тело это так. Суть – брак зловонный. В общем-то, еще тот гондон. Гоняется за душевными равновесием, которого для весов в принципе недостижимо, потому что блядская натура всегда перевешивает высокодуховные идеалы. Как и все нерешительные уебаны, зачастую мучаются нервическими болезнями, вроде псориаза, гастрита, завистлив, но не злобен. Склонен подставлять задницу, причем делает это исключительно из-за мазохистической любви к человечеству, а не с желания приласкать и взять под крыло, чего делать не стоит ни в коем случае. Потому как мозг весы умеет выносить лучше всех остальных знаков вместе взятых. Находится, сука, в постоянном когнитивном диссонансе между реальностью и желаемым, потому что лох.